Ничего такого, просто олени пришли покушать желудей. В Оклахоме прямо к дому. Вот смотрите, у меня порог, а там окно моей спальни. А вон еще один, представляете? У меня такая... Рано утром сейчас я сплю, слышу какой-то такой шум. Да-да, мясо само приходит. Это я шучу, конечно, кто такое. Таких животных будет трогать. Ну, они вообще здесь не боятся. Но это заповедник. Ну, как заповедник. Здесь резервация индейская. Чокта. А вот эти олени. Это еще не так уж и много. Вот я только трех вижу. Один раз я видела штук 7 одновременно. Мама была большая такая, олениха с рогами. И с ней маленьких было много оленей. Уже даже 2 было самочки или 3. Ну, в общем, штук 7 было одновременно. Это горы. А тут их 3. И главное, что у меня окно открыто. Я уверена, что они слышат меня. И не боятся нифига. Обычно они, знаете, пугливые такие, и при любом шуме убегают. Более того, участок огорожен забором, ключ и проволока, вот. Они спокойно перепрыгивают, пофиг им на этот забор. Прямо из спальни. Ну, прискакали и пасутся. Как ни в чем не бывало. А по дороге сюда я кабана встретила. Еду такая на повороте. Правда, хорошо, что показала стрелка, что замедлите скорость. 35 миль в час я замедлила. И хорошо, что я замедлила. Стоит посреди дороги такой здоровый кабаняра с клыками. Да, не видите? Так, как он-то третий делся. А, так он так им ходит там, да? Сейчас посмотрим. Раннее утро. Буквально вот я открыла этот занавески, он стоял вот тут прям возле вот этой вот кучи с камушками. Это у меня для этих, для клумб. Клумбы делать. О, дал хвостом машет. Как не жужжу. Это молоденький, это, видимо, этот. Ой, смотрите. Какие. Ой, какие сладкие. Лижут ушки. Какие классные какие. Какие такие красавчики.